Приветствую всех, кто заглянул на мой канал «Роскошные ароматы». И в сегодняшнем видео я хочу рассказать о фаворитах 2020 года. Уже все приличные блогеры давным-давно сняли данное видео и уже выложили их на свои каналы. Ну, я как-то так немножечко с опозданием, но, как говорится, лучше позже, чем никогда. Это видео будет посвящено не только ароматам, которые, например, меня очень сильно зацепили, понравились в 2020 году, но и те ароматы, которые меня удивили, покорили, марки, которые лично для меня стали новыми. То есть все интересное в моем понимании я здесь покажу. Я не буду показывать все флаконы, все бутыльки, а буду говорить о марке, если это марка в целом. А начну я с ароматов Нарсисо Родригес в кубиках. У меня есть целый плейлист, где я подробно рассказываю о всех своих кубиках. У меня уже полная коллекция. И красный, и амбре, и белый, и черный, и красненький, причем в туалетной воде, и в парфюмированной воде. Ну, первые под руку мне попались два, и я, так сказать, для наглядности их взяла в обзор. Что касается ароматов Нарсисо Родригес, они мне как-то вообще раньше не заходили, не нравились. Мускус у них был настолько для меня неприемлем, что я их просто не могла носить. Но вот когда я потестила кубики, причем большинство из них покупала слепую, я в них просто влюбилась. Каждый кубик у меня обожаемый. Каждый кубик я люблю по-своему. Я не буду сейчас расписывать ноты, аккорды. Это все можно посмотреть в обзорах более подробных у меня на канале. Все, кстати, ссылочки я напишу в инфобоксике. Но кубики — это моя любовь. Здесь очень приятный мускус. В одних кубиках больше какой-то молочности, сливочности. В других вот больше вот в этом кубике, например, он какой-то такой фруктовый, персиковый, для меня очень вкусный, да. Этот более цветочный и тоже красивый. Шикарная, шикарная вещь. Но также у меня есть обзор уже на один кирпичик. Это туалетная вода Флораль. Хочу поблагодарить своих подписчиков, которые регулярно мне пишут какие-то комментарии. Или где какой аромат продается. Я всегда это всю информацию гуглю. И девочка мне это написала о кирпичиках, что надо попробовать парфюмированную воду. Я попробовала, у меня уже есть пробник, спасибо вам большое. Кстати, парфюмированная вода мне больше понравилась, чем туалетка, но это уже будет в отдельном обзоре, немножечко позже, когда я уже все потестю, растестю. Итак, если вы любитель вот этого фирменного мускуса Нарсисо Родригеса, обратите внимание на кубики, очень красивые. Если вы любите яркие ароматы, обращайте внимание на белый или черный. Если вы любите такие ароматы поновее, понежнее, то обратите внимание на красный, причем и в туалетной, и в парфюмированной воде. Тестите оба, выберите какой-то один. Вот этот амбре очень красивый, мне нравится, просто я его обожаю. И еще есть пудре, который очень схож с Валентиной пудре, поэтому выбирайте. Выбор огромный, я думаю, каждая женщина найдет своего фаворита. Далее хочу рассказать о таком аромате. Для меня эта марка вообще новая, Мейсон Маргела. Серия, я так понимаю, называется «Реплика», и здесь очень много всяких ароматов. У меня аромат «By the Fireplace» у камина. Вы видите, у меня осталась половинка, то есть у меня уже половину забрали девчонки или мальчишки. Очень как-то хорошо этот аромат идет, наверное, потому что он в Украине не очень широко представлен. Из-за того, что он так плохо представлен, а точнее вообще практически не представлен, то есть можно купить либо с рук, либо через каких-то знакомых, в duty free он тоже есть, поэтому он пользуется спросом. Этот аромат, одним словом, это камин, горят какие-то дрова, не просто дрова, а вот именно какие-то хорошие сорта дерева, пахнет вот этим камином, вы сидите где-то рядом, у вас в руках бокал коньяка или виски, потому что не могу сказать, что здесь есть алкогольная нота, но вот какое-то представление такое, да. И вот такая вот картина, если вы себе представите, вот это и будет аромат «Реплика» у камина. Очень такой вкусный, согревающий, но кому-то здесь чудятся деревяшки сгоревшие, для кого-то он сугубо мужской, то есть этот аромат к затесту обязателен, но он мне очень-очень нравится, я его обожаю. Стойкость у него просто феноменальная, потому что когда именно вот этот аромат я распиваю, где-то попадет капелька там на одежду, на пальцы,
Все, целый день он будет с вами. Целый день он будет с вами. Хорошо, стойкость просто отличнейшая. Мне он нравится. Кстати, нашла клон этого аромата. Карнер Барселона Пало Санто, если не ошибаюсь. И вот тот аромат я тоже хочу или потестить, если мне понравится, прикупить. Потому что очень много схожего с этим. На фрагрантике, по крайней мере. Классный аромат. Зимний, обожаю. Отличный. Ну, далее переходим к ароматам, которые для меня тоже стали таким открытием. Это марка Kilian, вернее, называется By Kilian. С этой маркой я вообще никогда раньше не была знакома. Я имею в виду, не тестила ароматы, поскольку марка не из дешевых. И даже если вы, например, купите пробничек, потестите, а потом решите купить флакон, то если вы видите цены флаконов, конечно, желание немножечко подостынет. У меня два аромата из серии My Kind of Love, по-моему. Они идут вот таких вот шариков. Один у меня 100 мл, второй 50. Первый это Kissing, то есть поцелуй сжигает 6,4 калории в минуту. И второй, мне не нужен принц рядом, чтобы быть принцессой, или коротко просто принцесс. То есть вы видите, вот эти ароматы идут в таких шариках, оба мне нравятся, оба шикарные. Но если кислый, это такой более сладкий, какой-то лактонный, вкусняшно-няшный, то принцесса то же самое, но в принцессе мне как-то больше какой-то то ли горчинки, то ли какой-то травянистости. То есть они отличаются, но оба шикарны. То есть если вы любитель вкусняшек, то обратите внимание на Kissing. Это 100%. Он вам понравится. Очень многим девчонкам он нравится. А вот принцесса, она немножечко отличается. Здесь уже появляется какая-то такая, не знаю, не то что горьковатая нота, но вот какая-то такая интересная вот эта нота, и аромат не уходит такую в сугубо какую-то приторность, сладость, он менее сладкий, нежели кислый, но тоже очень интересный. То есть эти ароматы, вы знаете, тяжело описать, их нужно только тестить, потому что Kissin, ну, Kissin у меня как-то больше девчонки покупают, а вот принцессу у меня даже берут и парни, ну, либо мужчины, да. Не знаю, может, они берут своим вторым половинкам, возможно, но мне кажется, что они берут себе. Вот как-то так. Поэтому все обязательно тестить. Далее переходим к ароматам. Это Lancôme и Elisab, то есть марки, с которыми я и ранее была знакома, которые я знала и ранее. Но вот именно эти линейки и эти ароматы для меня стали определенным открытием. Первый аромат это Elisab. Это Elisab Le Parfum, но какая-то лимитированная серия. Я название напишу, поскольку оно очень такое заковырчатое. Но читала отзывы, что если у вас Elisab Le Parfum есть, то это то же самое. Просто отличаются они, мне кажется, флаконом. Здесь он такой более нарядный, весь в золоте, красавец. И вот этот аромат, в отличие от других ароматов Elisab, который тестила, мне понравился тем, что здесь я чувствую вот такую цветочную медовость. То есть здесь и цветы, вы знаете, что Elisab очень любит ароматы, в ароматы добавлять жасмин, вот такие яркие цветы. Здесь это все есть, но с такой приглушенным звучанием. И здесь есть медовость, но мед тоже не приторный сладкий, а вот такой легкий. Вот я бы сказала, что это не мед, который уже стоит очень долго в банке и уже таким засахарился, и такой прям вязкий, приторный. А вот когда вы покупаете или где-то тестили, или где-то пробовали мед в сотах, когда он совсем свежий, и вот аромат медовый, но очень нежный и красивый, например, для меня. И вот этот аромат, вот цветы с медом, очень красивый, очень достойный, причем, мне кажется, круглогодичный. Зимой, конечно, вы можете сделать, нанести на себя аромата побольше, весной поменьше. Но, мне кажется, и летом, в прохладную погоду, он будет звучать достойно. Красавец. Второй аромат – это уже линейка Lancôme, Maison Lancôme. Вот магнитная крышечка. Это аромат у меня «Роза Берберанза». Аромат этот снят с производства, то есть его вывели уже из продаж, насколько я знаю. Я покупала его в Duty Free, чему очень рада, что он у меня есть, поскольку, ну, его даже, по-моему, не знаю, можно сейчас даже на официальном сайте Lancôme купить или нет. Начинала я с отливантов, то есть у меня есть один или два отливанта. Я в него просто влюбилась. Бутылочка, вот смотрите, просто шикарнейшая. Мне вот эти вот все красоты нравятся.
Этот аромат я покупала по затесту, конечно же, да. Ну, в Duty Free была возможность его и так вживую потестить. Но одно дело, когда вы просто потестили, второе, если вы поносили, уже знаете, чего хотите. Выбирала, кстати, между розой и пачули. Ароматик, по-моему, и тот аромат мне нравится. Выбрала розу, поскольку она снятость. То есть, если пачули можно будет прикупить, например, в следующем году или когда-либо еще, то с розой, я думаю, уже все. Аромат классный, шикарный, действительно, вот такая роза, немножко сладковатая, для меня даже немножечко алкогольная, но нота алкоголя здесь приемлемая, даже если вы не любитель алкогольных нот парфюмерии, я думаю, этот аромат вам зайдет. Красивый, дорогой, шлейфовый, шикарный. Далее переходим к аромату, на который я еще обзор не делала. Это Attar Collection Hayat. Я крышечку, девчонки, сниму. Она очень бликует. На ней все видно. Итак, Hayat Attar Collection. Вот, посмотрите, какой красивый для восточного аромата флакон. Не могу сказать, что я фанат вот именно арабской парфюмерии, но вот с Attar Collection хотела давно познакомиться. Есть у меня отзыв небольшой об аромате Азалея, который я хотела купить без затеста, но он мне не понравился, он не пошел. Прочитала такой самый, ну что ли, носибельный, самый такой более приемлемый — это Хаяти. Хотя многие его хаят, многие о нем говорят, что аромат ни о чем, химозный, девчачий и так далее. Но вы знаете, мне аромат понравился. Я думала, что здесь будет действительно вот какое-то сладющее малиновое варенье, которое вот забьет вам мозг и все. Нет, здесь действительно слышится вот такая очень милая, не могу сказать, что прям натуральная, не буду врать, что прям натуральная малина. Мне как-то малина с мускусом больше. Вот такое мое впечатление. Но аромат действительно нежный, немножечко сладковатый. Мне кажется, всесезонный. То есть летом на прохладу тоже вполне уместен. На работе никого не задушит. Комплименты у женщин от мужчин будут однозначно, поскольку вот такие вкусняшные, няшные ароматы мужчины очень любят. То есть, мне кажется, такой каждодневный аромат. Если вы не хотите думать, ой, а что сегодня, да, взять мне Шанель или Ланком. А вот этот аромат такой, все, иду, себе поднимаю сама настроение, потому что он очень хороший для поднятия настроения. Отличный, отличный. И при этом он не убойный. То есть я могу сделать два пшика, три. Он сначала вроде бы вот этот мускус как очень яркий, но потом он усаживается, он очень легкий, но при этом шлейф будет. Если вы пройдетесь, вас услышат. Хороший аромат. То есть для любителей вот такой немножечко химозненькой, но вкусненькой малинки. Какая-то сливочная здесь также присутствует. То есть вот этот аромат от Attar Collection мне понравился, в отличие от Азалеи. Азалея красивый аромат, да, но не мое. Вот как-то он, мне чего-то там либо не хватает, либо чего-то передозировка. Вот как-то мое впечатление. Вот этот красавец, вот, закрыла, потому что Attar Collection написано. Очень такой флакон действительно в стилистике восточных ароматов, ничего не могу сказать. Но вот первое знакомство с арабской парфюмерией довольно-таки удачное. Дальше переходим к ароматам, к аромату, вернее, и к марке, которая для меня стала открытием этого года в некой степени. Это аромат от Nobile 1942 «Танец стрекоз». Вот он идет в такой красивой коробочке. Я просто, когда делала обзор, не показала. То есть вот так вот он, видите, все так красивенько. Я люблю ароматы, вот, которые вот так вот выдвигаются. Не знаю почему, но они мне нравятся. «Танец стрекоз». Подробный обзор также у меня есть на канале на этот аромат, не буду очень много говорить, единственное скажу, аромат действительно такой гурманский, новогоднего настроения, то есть яблочный пирог с корицей, вкусный, сладкий, манящий. Если вы не любитель гурманики, конечно же, вам не стоит пробовать этот аромат, потому что он гурманский, но для меня почему-то несъедобный. Вот как-то так мое впечатление. Корицу я здесь хорошо слышу, яблоки такие немножечко запеченные в духовке, присыпанные сахаром, очень хорошо слышу. И еще раз повторюсь, то, что я говорила в отзыве, похож на карамельное яблоко, вот они очень схожи. Если вы любитель того аромата и не можете его нигде найти, попробуйте «Танец стрекоз». Но этот аромат, конечно, звучит немножечко поблагороднее, немножечко подороже, немножечко покруче,
Красавец, красавец, обожаю. И также для меня открытие этого года в некой мере, это Van Cleef & Arpels и именно вот эта Collection Extraordinary. То есть коллекция, которая идет вот в таких вот черных флаконах или прозрачных. У меня есть также обзоры на три аромата из этой линейки, но вот попался мне под руку миндальное дерево или миндальный лес, если я не ошибаюсь. Все ароматы этой линейки мне нравятся. То есть у меня есть Амбра Империаль, у меня есть Буа де Ирис и вот миндальное дерево. Красавцы! Очень тонкие, очень нежные, никого не задушат, не убьют. Вот, вот этот аромат, например, манкий, пудровый, здесь и деревяшки я слышу, и миндаль в такой умеренной дозе. Сразу слышится вот такая нежная, красивая пудра, не бабушкина, не какая-то там старая, залежавшаяся пудра, нет. Ароматы очень деликатные и нежные. Более подробный обзор. Если вы хотите об этих ароматах, переходите в инфобоксик, там у меня есть более подробные обзоры этих ароматов. Далее, хочу вас познакомить с такими абсолютно бюджетными ароматами. Один из них 100% бюджетный, но они красивы, они достойны внимания. Первый это идет Calvin Klein Eternity. Eternity, я думаю, знают все, очень много вариаций на этот аромат, но это, девочки, именно Flame, то есть огонь. Аромат такой яркий, специевый, очень звонкий и громкий. А почему я обращаю на него внимание? Для меня он очень похож процентов на 80-85. Это Midnight Poison от Dior и Yves Saint Laurent L. Причем на Midnight Poison как-то больше у меня схожести, чем с L. Но, когда вы его нанесете, то... Сначала вы вообще услышите кучу специй, какая-то какофония, непонятно что. Но когда он уже немножечко усядется, на вас уляжется, вот тогда проявляется вот эта схожесть Midnight Poison или Yves Saint Laurent Belle. Красивый аромат, стойкий, шлейфовый, интересный. А учитывая цену, особенно на Midnight Poison, потому что, не знаю, продается он в свободной продаже или нет, а где-то искать, там цена просто зашкаливает, то на этот стоит обратить внимание. Очень достойный, очень интересный аромат. И второй аромат. Вот, это у меня Лолита Лемпика. Сейчас скажу название. В общем, название напишу, там какое-то такое оно... заковырчатое, да, это яблочко, но вы видите, что оно прозрачное. Я как-то сидела и думаю, надо себе прикупить что-то из яблочек Лолиты. Я делала обзор на аромат от Лолиты Лемпики Sweet в ароматических затестах, но оно мне вообще не понравилось. Классическое яблочко, во-первых, уже не продается, во-вторых, тоже я не его фанат. А вот увидела, что есть такой свежачок, и он идет, видите, такой прозрачной бутылочке, яблочко все такое же, сердечком. Кстати, у меня тестер. Нашла его случайно в одном из магазинов, я так думаю, забрала последний экземпляр, но неважно. И вот это яблочко мне действительно покорило. Вот для меня это немножечко аромат с мужским звучанием, причем мужского звучания здесь так прилично, процентов 30-40, если не 50. Такая небольшая одеколониста здесь присутствует. Я обычно не люблю одеколонистые ароматы, они как-то отворачивают меня от них. Но вот этот аромат понравился, не знаю почему. Здесь какая-то такая и мята, и какой-то мохито. Читала, сравнивают с зеленым любовником. Да, что-то есть, но любовник уже более современный. Он послаще, он помохитистее, он поярче. А это такая разбавленная версия. И любовник все-таки более как-то женский, хотя это то мужской аромат, а это женский аромат. И он мне как-то немножечко дает мужскую сторону. Я не знаю, он мне нравится. Вы знаете, он звучит в одном ключе с ароматом Сальваторе Феррагамо. Ой, Сальваторе Феррагамо Тус. Я, в общем, девчонки, у меня крутится образ бутылочки в голове, название вылетело. Я поставлю фото бутылочки и название. Тот аромат тоже такой немножечко унисекс, немножечко больше все-таки мужскую сторону, но который я просто обожала. У меня был флакон, я его сносила. С большим удовольствием. И вот этот аромат где-то в той плоскости находится.
Не могу сказать, что шедевр, да, или суперинтересный, но меня вот как-то зацепил. Я, конечно же, его сейчас не ношу, жду весны или лета. Мне кажется, летом он будет хорош в самую жару. Он будет раскрываться вот какими-то нотками мохито, зелени. Вот эти мужские нотки немножечко будут освежать жару. Не знаю, посмотрим. Но он не сугубо мужской. Вот все равно здесь есть такие какие-то нотки сладости, какой-то даже цветочности. Вот не знаю, классный аромат. Также обзор еще не делала, обязательно сделаю. Для начала я его, конечно, поношу немножечко, сделаю определенные затесты и уже более подробно с нотами, с аккордами совсем напишу, чтобы вам было более понятно, о чем речь. Далее переходим к ароматам Валентино. Вот этот год для меня стал действительно открытием марки Валентино, которая, ну, уже как бы известна всем и давно. И именно вот эти ароматы вот таких вот флакончиков с цветочками также известны всем и давно. Взяла всего два аромата, хотя у меня их уже несколько. У меня есть также обзоры практически на все, кроме Валентино Аква Флораль, который я купила по наводке одного из блогеров. Уже обзор подробно сделаю немножечко позже. У меня есть Мира, у меня есть Валентино Ассолют, у меня есть классическая версия, у меня есть классическая версия Аква Флораль, у меня есть Пудре. И все, по-моему. То есть все основные старинки, да, потому что новинок, вот эти розовые и красные флаконы у меня еще нет, как-то, не знаю, не то, что не хочется, не знаю, как-то не задумывалась о их покупке. А вот эти старинки, причем которые уже, вот, например, Мира уже вроде бы как не выпускается, Ассолюто точно нет. У меня, вот видите, я делала отзыв, у меня был один флакончик, я купила остаток во флаконе, а вот еще мне повезло, я купила еще маленький, 30-ка, по-моему. Не, 50 миллилитров, остаток во флаконе той же одной девочки. Очень рада и очень мне нравится. Ароматы все разные. То есть, если Ассолют, это такой более вечерний, трюфельный, красивый аромат. Мира, действительно, здесь слышится Мира, но она дымная, ладанная, но очень нежная и деликатная. То есть, если сравнивать с Азалеей от Atar Collection, Азалея для меня какая-то... Не знаю, какая-то мазутистая, вот какая-то нота то ли мазута, то ли чего-то такого, там небольшая нотка, небольшая, не громкая, но есть. Здесь это все нежность во флаконе, то есть это дымность, ладанность, вот это присутствие вот этого компонента мира, но в определенной дозе, носибельной для меня. Также классическая Валентино мне нравится, аквафлоральная новиночка для меня нравится, вообще все мне нравится, обожаю вот эти флаконы. Довольно как слон, что познакомилась с этой маркой. Все флаконы практически покупала вслепую, и все мне понравились. Вот такая загадка природы. Вот далее давайте расскажу быстренько также о марке Терри Мюглер и серия Ангел. Я до этого была знакома только с серией Alien, но потом по многочисленным отзывам... Ой, красавец. Узнала, что есть Ангел Innocent, вот Fruity Gourmand, то есть фруктовый гурманский. Это для меня смородина во флаконе, живая, с листочками, красивенная, обалденная, шикарнейшая. И также у меня есть туалетка, то есть звездочка классическая, но в туалетной воде, 19-й год, выпуск. Очень тоже красивый, но тот уже такой послаще, более зимний, более... ароматно более холодное время года, но обожаю оба, шикарные, советую. Также в этом году я познакомилась с маркой Виканто, как многие блогеры говорят, на самом деле это Квинто Канто или Квинто Канто. Это аромат у меня стрихнин, вот такой вот красивенный, шикарнейший флакон, аромат бомба, аромат красивенный, действительно такой нежный, шлейфовый, при этом громкий, но громкость такая доступная для того, чтобы носить аромат в офис или где-то, где много людей, шикарнейший. Буквально недавно я снимала обзор на этот аромат, если интересно, переходите, смотрите более подробный. Но вот марка Квинто Канто меня порадовала. Есть у меня еще пару хотелочек, но это уже немножечко позже у них. Ну и на закуску, так сказать, моя любовь, это ароматы от марки Parfum de Marly. Я говорила, что хочу многие из них прикупить, попробовать. Первый аромат — это Мелиора. Очень красивый аромат. Действительно, аромат смородины, аромат летний, весенний, такой
красивый обзор на этот аромат у меня уже есть полноценный на канале. Если интересно, переходите и смотрите. Второй аромат – это Кассили, который также прикупила в полноразмерной версии. Этот аромат уже более фруктовый. И для меня это, знаете, немножечко такие персики, которые уже переспевшие, лежат на солнце, уже немножечко начинают что-то бродить, уже подбродившие. Начало мне, честно говоря, не очень нравится, а вот уже база, когда он усаживается, то действительно звучит очень красиво, очень достойно и интересно. То есть вот этот аромат я тоже хотела. Ну и наконец-то, мечта осуществилась, и появилась у меня классическая Делина, то есть не Делина эксклюзив, а обычная классическая Делина, правда в тестерном варианте, но ничего страшного, у меня вот эти два аромата в красивых флаконах, коробочках, да, классическая Делина, тестер, вот здесь тестер видно, что в тестере вот такая наклейка идет сзади, да, где написаны ноты, оформление флакона идет обычно, то есть с крышечкой, с вот этими ленточками, да, бусинками, всякими стразиками, то есть все идет. И Делина, конечно же, моя любовь, это моя любовь, аромат красивенный, это такая мускусная роза с ревенем, она и немножечко сладковатая, и кисловатая, и мускусная, все это настолько смешано, перемешано, что вы просто не останетесь незамеченной. Но вот с Делиной надо быть очень осторожной, потому что если Мелиору можно 2-3 пшика, Кассили тоже вначале вот это вот забродивший персик может ударить нос, то Делина пол пшика, все, стойкость убойная. Когда я его получила, я его утром нанесла на запястье, и до вечера на запястье я слышала вот этот аромат. Сначала очень яркий, потом меньше-меньше, но слышимость была хорошая. На одежде, наверное, будет держаться вообще очень долго. То есть с Делиной надо быть аккуратным в нанесении, но аромат красивенный. Как мне кажется, не на каждый день, не на каждый день, а вот именно куда-то на выход, куда-то на какое-то событие, потому что, ну, красивый аромат. Но не думаю, что он будет сочетаться там с какими-то джинсами, тем более со спортивной одеждой, наверное. Красивенный аромат, красивенный. Вот такая уже у меня полноценная коллекция моих ароматов от Parfum de Marly. Те, что я хотела, там еще читаю отзывы некоторые. Но мне кажется, что вот эти, это уже идут все. Вот это вся классика. Мелиора, Делина и Кассили. Если говорить... Кстати, у меня есть обзор на Мелиору, на Делину у меня немножечко есть обзор и пробника. На Кассили еще обзора нет. Если говорить о предпочтениях, больше всего мне нравится Мелиора и Делина. Вот два аромата. Кассили на последнем месте. Но тоже красавец, тоже буду пользоваться. Но если брать... Вот какой из этих двух вы выбрали бы? Если бы на каждый день, я бы выбрала Мелиору. Потому что Делина – это очень праздничный аромат. Если на какие-то праздники или у вас есть простые ароматы, вы хотите что-то пошикарнее, я бы взяла Делину. Далее, если вы любитель все-таки больше таких свежих, зеленых, нота смородины вам нравится, все-таки обратите внимание на Мелиору. Он более весенний-летний. Хотя зимой тоже буду тестить. Мне кажется, зимой классно раскроется. Схож с Ангел Иносент. Ну, не в звучании, а вот по тенденции, да, аромата. Тенденция аромата такая же, как там. А вот Делина, это уже какая-то роза. То есть, если вы розу не любите, еще какой-то мускус здесь специфичный, но очень красивый, да. И вот этот ревень дает какую-то такую свою особенность. И нота личи здесь так дают свою какую-то кислиночку. То есть, вот этот из всех звучит самый крутой, это Делина. Вот такое действительно необычное звучание, красивое. Попроще, но тоже красивый, это Мелиора. А здесь вот фруктовый, причем здесь какой-то персик немножечко забродивший, подбродивший. Если вы не любите вот эти нюансы, то тоже вам, наверное, не понравится. Хотя вот эти все ароматы, конечно же, рекомендую к затесту. Поскольку читала отзывы, кто-то без ума от Кассили, кто-то больше от Делины, кто-то от Мелиоры. То есть, но у меня есть все три, я очень рада этому. Итак, девчонки и мальчишки, видео получилось, конечно же, очень большим. Но что поделать, хотела рассказать про все понемножку. Если вам видео понравилось, ставим пальчики вверх. Также не забываем подписаться на канал, иконка вот где-то там. И нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А на сегодня всем пока-пока и до скорых встреч!